Дорогие наши друзья, а также просто подписчики YouTube канала. Сегодня рано утром в наш дом пришло большое горе. Многие из нас до сих пор рыдают и не могут успокоиться, так как для многих из нас российская актриса Валентина Талызина была просто легендой. Родственники до сих пор пытаются скрыть эту новость от общественности. Друзья и знакомые ссылаются на то, что ничего об этом не знают. Но мы уже узнали о том, что сегодня рано утром, в 6 часов утра, на скорой помощи из своей квартиры в одну из больниц города была доставлена российская актриса Валентина Талызина. Что с ней случилось и как она попала в больницу, пока неизвестно. Известно только то, что сейчас в больнице она находится под капельницей под наблюдением медиков. Мы упорно следим за развитием событий вокруг ситуации Валентины Талызиной. Будем надеяться только на хорошее. Не забывайте, друзья, что эти новости мы делаем только для вас, которые выходят у нас каждое утро. Смотрите наши видео, делитесь нашими видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Только в таком случае вы не пропустите свежие выпуски, которые мы готовим только для вас. Мы с вами не прощаемся, лишь говорим вам до скорых встреч, дорогие зрители. Берегите себя и будьте всегда с нами на нашем YouTube-канале.